На заседании саммита ШОС президент Садыр Джапаров акцентировал внимание коллег на следующих вопросах. Поддержание стабильности и безопасности на пространстве ШОС. Глава государства отметил, что с учетом последних событий в Афганистане особую важность приобретают вопросы противодействия угрозам и вызовам экстремизма и терроризма. Президент предложил выработать стратегию взаимодействия в целях недопущения посягательств на страны ШОС и контроля миграционных процессов. Кыргызстан выступает за скорейшее предотвращение военного конфликта и установления мира и спокойствия в Афганистане. Кыргызстан готов направить гуманитарную помощь Афганистану, подчеркнул Садыр Джапаров. Также президент говорил о развитии цифровизации и угрозах кибертерроризма. Для этого глава государства предложил создать совещание руководителей профильных министерств и ведомств государств-членов ШОС. Кроме того, Садыр Джапаров отметил важность углубления экономического сотрудничества ШОС, предложив продолжить консультации по вопросу создания Банка развития ШОС и Фонда развития ШОС.